Мы находимся на ледовой арене имени Клиза и становимся свидетелями исторического события. Сегодня соревнуются парни и девушки в короткой программе. Также выступят наши с вами землячки Мария Гришина и Полина Барышева. Болеем за наших! Позади у фигуристов долгий путь. Тренировки и мастер-классы от амбассадоров детей Приморья. Настало время самой важной соревновательной части. Но перед этим торжественное открытие, парад спортсменов и выступление почетных гостей. Глава Уссурийска Евгений Корж сказал напутственные слова участникам международных игр. Это очень грандиозное событие. Первый раз вообще на Дальнем Востоке. Благодаря нашему губернатору, инициативе, это все получилось. Так что очень важно, чтобы наши дети понимали, что они всегда будут в спорте. И они лучшие. Мы все для этого сделаем, чтобы они развивались и поднимали свой престиж и престиж нашей страны. Спортсмены получили сразу две уникальные возможности – выступить на международных соревнованиях и взять автограф у олимпийского чемпиона. Амбассадор международных игр «Дети Приморья» Дмитрий Соловьев побывал в Уссурийске и поделился секретом успеха. Одним из важных составляющих – это любить то, что ты делаешь. По-настоящему. Нельзя вот так вот, только преодолевая. Сложности, трудности, преодоление, это оно вас найдет. Не ищите это сами, да, просто любите то, что вы делаете. Первыми свою короткую программу показали юноши. Спортсмен из Китая Юба Лю в своем чистом выступлении упал лишь один раз. Со льда участник ушел с результатом 42,35 балла. У нас не было какой-то суперпрофессиональной подготовки. Наши спортсмены готовились как могли. Мы готовились в рамках китайских правил. Мы вполне довольны выступлениями наших прекрасных спортсменов, и мы рады всему, что происходит на этой площадке. У спортсмена из Северной Кореи собралась, пожалуй, самая горячая группа поддержки, которая заняла целый сектор на трибунах. Кван Хен Пак заработал 56,92 за свое выступление. Фигурист из Белоруссии Василий Бараховский показал зажигательный номер. Среди девушек гораздо больше желающих побороться за золото на международных играх. В фигурном катании соревнуются 32 участницы. Среди них Мария Гришина из Уссурийска. Перед выходом на лед спортсменка получила наставление от тренера. Во время проката зрители поддерживали землячку на эффектных элементах. Впереди нас ждет еще один соревновательный день по фигурному катанию. Спортсмены покажут произвольную программу. Прямо с трибун международных игр. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.